перед открытием первого заседания народных избранников поздравил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он пожелал им не забывать об ответственности перед населением и работать над решением наказов избирателей. Очень важно, чтобы с первых дней работы совета эти наказы были взяты в работу и своевременно, совместно с администрацией, была продолжена работа по исполнению этих наказов. Председатель территориальной избирательной комиссии Вера Маркина вручила депутатам их удостоверение. Также выступил видновский городской прокурор. Я, безусловно, присоединяюсь к поздравлениям. И хотел бы сказать, что действительно народ вас выбрал и возложил на вас серьезную ответственность, которую вы должны нести и оправдать. Заседание по традиции открыл старейший из народных избранников. Им стал Владимир Градов. Он предложил избрать председателя совета. Кто за то, чтобы избрать председателем совета депутатов Ленинского городского округа Радченко Станислава Николаевича? Кто за? Абсолютное большинство поддержало кандидатуру Станислава Радченко, который ранее возглавлял районный совет. Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и пообещал продолжить выбранное направление развития муниципалитета. Спасибо, коллеги, за поддержку и доверие. Надеюсь, оправдаю и предлагаю приступить к дальнейшему рассмотрению повестки. В ближайшее время должен быть проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ленинского городского округа, которого впоследствии выберут народные избранники. Представленным проектом решения утверждается положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области и регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, требования к кандидатам на должность главы Ленинского городского округа, а также порядок формирования и организации деятельности комиссии по проведению конкурса. Решение было принято большинством голосов. Следующие вопросы касались ликвидации советов депутатов поселений бывшего Ленинского района. Большинство народных избранников также проголосовали «за». Состав первого созыва Совета депутатов Ленинского округа охватывает разные направления политических взглядов. И главной задачей остается найти точки соприкосновения и выстроить рабочий диалог. Я уверен, что у нас вновь избранный Совет депутатов. Он очень разносторонний, интересный. Это представители медицины, образования, средств массовой информации, бизнеса, общественных организаций, различных экспертных сообществ в сфере ЖКХ, в частности. Я думаю, что вот как раз вот этот интересный совет, он позволит нам сформировать уже и реализовывать новые стратегические решения по развитию нашей территории городского округа. Солидарен с председателем совета и представитель другой политической силы, депутат от ЛДПР Алексей Журавлев. Откинуть, наверное, надо свои какие-то амбиции, может, у кого-то какие-то обиды, еще что-то, и действовать конструктивно, подходя к каждому вопросу, опять же, в интересах жителей, в интересах всего Ленинского района, но теперь уже городского округа. А впереди 5 лет работы. Насколько она будет плодотворна, покажет время. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.